Всем привет, друзья, вы на канале Рэмплей. Мы продолжаем играть в The Isle. Уже давненько не играли. Играть будем на сервере X-Opin, как обычно. Сейчас либо на первый, либо на второй. Посмотрим, куда попадем. Вся информация о серваке в описании под видео. Их не Discord, веб-сайт, на игру ссылка, все под видео будет. Игра стоит недорого. Игрушка довольно-таки нормальная и деньги свои оправдывает. Можно позависать, позалипать в ней. Сейчас посмотрим, куда мы сможем попасть. Либо на первый, либо на второй сервак. Можно, ну, на третьем поиграть, на Тинья и вообще. Это там другая карта новая. У меня там Аллозавра вроде, как бы. Я посмотрим, где сколько народу есть. Сейчас он ищет. Ищет, ищет, да. Видим, на третьем серваке 9 человек на Тиньяве. На втором 59, на первом 115. Пойдемте на первый, чтобы дни, где побольше народу. Чаще будем опиздюливаться. Часик сейчас погоняем. У меня активный фуловый трайк вроде. На первом должен быть. Сейчас его просрем, кого-нибудь простим. Сами заходит. Долго прогружать народу много. Вот, загружается. Ну, я слышу уже ютки здесь. И спиныч, бля, пиздец. Попадос 100% прям. Спинозавр сейчас нас убьет по-любому. Вон он идет, да. Но он меня пока не видит. Ну-ка, я взять сейчас вот так заныкаюсь. За камень не заныкаем, сможешь не увидеть, хуй. Ну, вроде мимо прошел. Ну, факт в чем, он здесь, на ВВ. А нам надо идти есть кусты, там 50. Все равно мы попадемся. Че, сливаем тогда трайк, что ли? А че, тут ничего не остается, как вступать в бой со спинозавром. Можно только это, ну, уйти, конечно, сейчас он улезет туда, вон он там где-то лазит. Или это кто там, Гига? Да-да, там Гига идет. Может, они между собой сейчас будут драться. Так, мне звонит, секунду. Чтобы не отвлекали никакие звонки. Обстановка и так накаляется. Ну, ну туда гига прошла. Может, у них между собой бой будет, конечно. И у меня будет шанс съебнуть. Блин, даже не знаю, попробовать выйти отсюда. За камнем меня не видно.
Там Гига Спиныч. Блинский, вот этот попадос. Мне как всегда везет. Зашел прямо в самый айс. Блять, не знаю, гиг с этим, со спиночным дерутся, нет, интересно. Ну что, пойдем попробуем уйти. Терка орёт, пойдем. Ну а чё нам прятаться? Идем, теперь уже никуда не денемся. Ну, они все туда прошли, да? Попробуем вот так сейчас. И ну, наверх подняться. Я надеюсь, их там нет. Терку я точно там слышал, над ней. Вдвоем нам будет маленечко полегче с ними справиться. Я блип лешу, она долго. Но они ушли, походу. Гига и Спинч. Ушли на ту половину, наверное. А куда нам тогда идти? Ну, на реку, что ли, на какую? Куда? Где-то терка орал. Конечно, ей бы заорать то. Дать ей позывной, но нас сейчас услышат сразу все здесь. Уж не будем, пойдем потихонечку. Пытаемся уйти хотя бы куда-нибудь. Вот интересно, глянуть бы, там много трубачей, нет? Или, или одна терка чисто орала. Но терка-то эта, она быстро бегает, она уйдет. Главное, чтобы он только не сюда пошел куда-нибудь, сейчас как-то. Ну вон она орет, я слышу ее, прям жестко орет. С высока бы гляну, кто там есть вообще, кто нет. Стоит ли нам рискнуть-то? Терка-то понятно, она бегает это 39 километров, ей до пизды. Ё, хер кто догонит. Да я хер знает, не пойдем на речку, туда куда. Ну что еще делать? Да я понюхал. Есть чем-нибудь запах, следы, может кто ушел. Да нет, запах нет никак. Ну и пойдем вон там на озеро где-нибудь посидим. Наверное, все на терку согрелись, как я понял. Она заорала, они все услышали на сразу. Ну, на трайке, конечно, такой сил. Но он медленный, как паровоз. Может, пойти в атаку? А чё, пойдем это в атаку, сейчас туда перейдем. Ну, пофиг, убьют, только убьют. Трайк, он это все медленный. А куда нам тут идти? К
кроме ВВ. Можно туда это вниз спуститься, но там все равно Рексет Гига будет когда-нибудь. И все равно убьют, какая разница. Так что не будем бояться никого, пойдем спокойно. Сейчас посмотрим, может присоединимся к терке, если получится. Ну, спинч, он только поворотливый, конечно. С ним бы не хотелось биться. Гига еще ладно. С гигой можно. Ну, только не со спинчем. Так, а у нас вот этот удар башкой, да? Нет, это у нас масуха. Удар башкой вот у нас. Да. Ну и пойдем сейчас. Завалимся. Отхватим пиздюля, и все будет у нас нормально. А к чему мне? Ну я надеюсь, что спинч убил Гигу. Или Гига убил спинч. И сидят регейнс. Чтобы не доебывали до нас. Надеюсь, но что мне маловероятно кажется. Маловероятно тогда. Такая хрень не прокатит. Ну, у меня тем более этот трайк уже старенький, ему много лет. Тем более он у меня помец, свое отжил. Пусть, как говорится, умрет как герой в бою. Сейчас там Гига или Трайк, ой, или этот Пинч по-любому кто-нибудь заагрится на нас. Спинч, я не знаю, может он ушел вообще, херня. Что-то, ну, никого не вижу. Ну точно видел, и Спинч, и Гигу видел. Только что-то их не видно. Ну, посмотрим сейчас. Ну, люлеть по-любому отхватим сейчас. У меня предчувствие плохое. Предчувствие редко подводило. Ставим класс, прям жирный класс. Этот трайк, который рискует свою жизнь ради класса. Он будет биться как свирепый волк. Так, вон я вижу уже терку. Это кто, Ютка? Там что, вроде Ютка. Терочку я вижу. Две терки даже. Ага, вот и Гига тебе, пожалуйста. Я не знаю, может она только со спинчем билась, я сначала увидел. Билась она со спинчем, нет? Да, вон они его едят. Убили спинч. Ага, вон Майка бежит. Моя зала. Да, это Маечка кровоядна. Моя завар, моя завар. Блин, охрененный раскрас такой четкий вообще. А че они труп бросили? Охренели, негодяй. Ну, они кого-то убили. Или не спинч, но кого-то по-любому чпокнул. И поставили гнездо. Три гиги. Ну, это по-любому нам будет пиздос.
как ни крути, прям. На ней вишни всю хавку гнездо таскает. По-любому сейчас вот меня откатывать получается. Райк один, уходи от терок. Да мне без разницы что. У вас нет труп, так что кушайте его и наслаждайтесь. Юрки что ли бегут ко мне? Ну без разницы, я уйду. Мне какая разница. У них там свои терки что ли какие-то херны. Ну да, у них походу больше или какой-то. Ну, пойдем тогда в сторону купола, я думаю, там сидим, да? На что делать? Тут у них это занято все. У них там свой какой-то файт хер помер. Видишь, мы написали, это Райк, уходи. Пойдем вниз тогда сейчас. На купол сбегаем. Ну не сбегаем, а медленно пердящим паром туда. Сделаем сипастерс. Там убили стадо. Да, там походу две терки против других, что ли, у них свой файт какой-то. Если видишь, терки отдельно, к ним нельзя никому подходить, значит будут файтиться. Да, что нам куда-то к куполу, от купола можно на гору Трайков двинуть, она рядом там. А это будет очень долгое путешествие, он прям максимально долго. Да, вон Гиги. Сейчас на это за мной пойдут, смотри. Ну, по-любому. Надо только ноги не сломать себе. Ну да, вон прям на бегу даже. Ну, по-любому сейчас придется биться с ним. Терки, а вы куда? А я сейчас на таком месте стану, чтобы им уёв было биться со мной. Тупой. На одного трайк три рыла, а три на три бы. Да, пофиг, ну пускай сейчас вот здесь. Станем.
волки сожрать хотят. Надо выбрать это такое место, чтобы мы вообще были не дома. Вон я вижу. Ну да, если я с жопой зайду туда, им будет неудобно. Прям очень неудобно. Давай так и сделаем. Блять, ну заходи давай, Трайк. Не еби мозги, во. Ты и так медленно идешь, они ну, на шифте там все бегут. Ну давай, заходи, ты что? Сейчас придут же, бля, ёбнут тебя. Васька Пупкин, во. Так, ну их вроде нет, ну уже темнеет. Вот, вот сюда я хотел зайти. Можно, конечно, выйти сейчас, сделать по лунам. Сейчас, смотри, пока боя нет. Ливанем сейчас отсюда просто все на. И пошли они в группу все. Ну да, сейчас вот так вот, смотри, сделаю. Давай, садись. И делаем вот так вот. У нас не был бой, он не начинался. Так что пошли в задницу. Они не успеют. Если даже сейчас, ну, из-за поворота выйдет, это за 30 секунд не успеют. Им просто не до нищи будет меня достать. Ну, 3 гиги, потому что, ну, это такой себе, конечно, хотя бы это, ну, один на один, другой дел. Против 3, ну, конечно, я проиграю. Так что пошли в задницу сейчас на 2 сервер, зайдем и все просто. Кстати, ну это верный шанс, вот когда вас, например, окружили или что-то. Если, ну, не начался бой, у вас есть время выйти. Это советую делать вот так, главное меню, и пошли все в задницу, все. Заходим сейчас на 2 сервак. Можно на Тиньяу зайти, да, давай сейчас на Тиньяу побегаем. Ну это просто, ну, нихуя нечестно. 3 гиги на фуловую пачку на одного Трайка. Конечно, выиграют это, но они по очереди даже меня кусать будут, но каждый по 2 раза укусит просто и все. На это я не согласен. Один на один еще можно было, а так меня пошли в жопу. Пусть охраняет кукурузу. Трайк ушел. Лесом, полем, лесом, полем, полем, лесом, полем, полем, лесом, лесом. И ушли спокойно. Так что пошли в задницу. На 2 зайдем сейчас. На 2 у меня Диаблик. Можно было, конечно, и против 3, но проиграл бы это по-любому. О, 10 человек на Тиньяве. 119, Ишудин на 2 сервер, 52. Давай на 2. Это ни хрена не честный бой, так что. Пошли они все в задницу. О, я тут как раз на ВВ лежу, да? Две, смотри. И у меня, кстати, самка Диаблик. Мы за нее гнездили, за нее. А где тут стадо, интересно, есть? Где-нибудь. Я, у меня хапки нет вообще. Так, и окочуриться можно. Так что да, верный способ, по-моему. Если еще бой не начался, но чувствуешь, ну, то, что проиграешь 100%, как ни крути. То лучше, если успеваешь, ну, на таймер снял и ушел просто. Это ладно, я еще там, ну, это проиграю, ну, мне пофиг, как говорится, он у меня фуловый.
Это я его купил. А если растишь сам и, ну, вот так нечестно, проиграть это довольно-таки обидно было бы. Не обидно, а огорчительно, точнее. Довольно огорчительная ситуация была. Так что спокойно можно на хода лупить. Они меня не кусали, боя у нас не было, ничего не было, так что не забанят за это, ничего не сделают. Я просто вышел это заранее из игры, и все. До начала сохождения. Так, ну тут тоже нет никого, да? Найди. Ну, конечно, можно тут маленько посидеть. Сейчас, может, кто придет. Сколько? Ну, 8 утра. Нормально, блядь. А из админов, а есть все. Ночи не будет, значит. Блин, я думал, тут есть какой-нибудь старый, что-нибудь такое. Кем сидеть, может, никого нет, опять один. Но эта карта понятна, она тут уже всем известна. А на тени я видел. Даже я ее не знаю. Ну, один раз играл, там два. За все время, ну, половину. Больше половины карт даже нихрена не знаю. Можно вот, кстати, сходить туда. Ну да, тут там уж тоже нет никого на ВВ. Чисто. Да, пойдем на теньяу, будет такое видео. Из карт в карту, из карт в карту. Потому что не травоян, никого нету. Давай вот здесь сядем. И погнали на теньяу. Слетаем на салазавр, там есть. Или тут посидеть одному. Да, давай уже тут 7 минут не будем бегать. С карты на карту. То он пока ищет, это минут 5-10, наверное, уходит он. Сейчас, может, кто и придет из травоядных-то. Но на этой самке вроде мы аллозавра убивали в прошлый раз. Он там валялся. Был зеленый алик какой-то был. Он получил пизды за свою наглость. На детей на нарках напасть хотел, негодяй. Можем гнездышко поставить, подгнездить еще кого-нибудь. Мало ли есть, кто из желающих. Ну, видишь, я во главе, сам первый рэмплей. 49 человек. Ну, тут, конечно, маловато народ. Админ, можно гроб? Гроб раздается рандомно.
У них вот каждый раз одно и то же. Можно гроув, можно гроув. Каждый раз надо ответить, что гроув рандомно раздается. Нет, гроб рандомно, случайно. Я бы, конечно, Рексика порастил. Рандомно, случайно, не по просьбе. Ну, это, наверное, новенький пишут кто-нибудь. Ну, типа, сейчас гроув дадут. Гроув дают случайно, не всем живым подряд. Не, у них раньше вроде была такая хрень. Давно еще, правда. Какой-то в один день жуйкам давали один гроб. Ну, то есть, до саба или до адолта, если за второго тира. Раньше вроде давно еще, правда, так было. Сейчас уже нет. Дается в случайном порядке. Вовремя успел выключить микрофон, на собак там разорался на кого-то. Да, что-то никто не идет на ВВ. Вот, по сути, ну, народу много. 50. Человека тоже немало. Где-то должны все находиться. Но на близнецах это понятно. Но не все же 50-то. Ну, человек там 20, может. 25, ладно. Где-то еще должно быть. Не, надо будет этих рвачей на склад ложить, а активировать хищников. Охотиться гораздо интереснее, чем вот так это сидеть, жопу просиживать. Ну еще ладно со стадом, когда, да, оно повеселее, а так вообще тупляк. И, ну, никуда не уйдешь на нем, ну куда идти? Там вот горный ручей, там ленивая река. Опаньки, кто-то идет. Кто такие? Аллозавры, что ли? Ну да, вроде они. Ну вот, пожалуйста, сейчас и файт будет. А мы хотели выходить. Сейчас опиздониваться будем. Аллозавры вроде два. Ну да. Че, погнали, что ли, хлопцы? Аллозавры — это нормально. Ну давай, чувак, чё там. Давай, давай, давайте, вот и файт, пожалуйста.
Вот и файт есть. Зафайтимся, зафайтимся. Давайте нападайте. Выйди из воды. Ой, какой человек. Правила, что ли, выучил? Ну, давай я с вами побегаю, мои счет. Ну давайте что, давай, чуваки. Будет интересно видео запись. Одному в один раз впер. Давай дальше стоим. Человек блик прошел. Но они маленькие еще. Готов один, следующий. Сейчас я их всех опиздань, они еще мелкие. Иди сюда, ты овцебык. Кто бы знал, ну на кого выебывался. Хе-хе, пес. Приглашение в группу F1 принять. Пиздец тебе, чувак, сейчас ты вытечешь. Два аллозавра минус прям. Нормально, что пофайтили, аж адреналинчик получили. Привет, ты жут лядов. Фу. Блин, на английском. Давай похвастаем сейчас. Два алика. Минус. Похвастаемся маленько, чем у меня. Вот они. Хлопец мой. Красавцы мои оригинальные, да? Привет. Давай вырубим фотосессию. С аллозавром. Двоих прям без вазелин, причем нормально. Но они еще только адота, они еще очень слабые. Я его потому что, ну, догонял с легкостью причем. Вот я извращенец, да, с этим сотрутым фоткой. А что, ну, на превьюшку поехал. Это жестко. Один там откис, один тут откис. Ну зря они начали выпендриться, они еще, можно сказать, это только вылупились. Да он меня укусил, и это буквально секунд это 30, наверное, прошло, и все. Да и того-то, Миш, наверное, это 20 секунд, все, я отхилил. Ну это, наверное, неопытный, ну, на дяблик, на фуллову полез, на двух алозаврах. Ну ладно, там, ну, это хотя бы это. Ну,
два фуловых были и окна лазовые. Но уже видосик удался, бой есть, едем. Так, а они где все? Одни где-то на горе Трайков, да? Эти где-то там. Все в разных местах, короче. Затащил прям жестко, причем тащил. Дальше сидим, ждем. Ну, третий тир, соответственно, будет удирать. Чпокнут нас довольно-таки быстро. У нас первым со вторым-то мы поборемся. Ну, они как-то неправильно купили. Ну, один пошел хилиться. Другой бы, ну, это меня хоть маленечко, ну, троллил от него. Но, видишь, он от меня, ну, не смог убежать. В саму воду залез, а по воде это дебрик. Очень быстро плавает. Я плавом его догнал, два удара ему чокнул, и все. Ну, еще... Ну, третий вон там на повороте на это добавил. Ну, и он прям быстро откис. Ну, мне кажется, они не, ну, ни хрена не фуловые. Маленькие какие-то вроде. Да и умерли что-то быстро. Хотя хер, может и фуловый. Тут не разберешь. Ну, для хищей зато хатка будет и сейчас. Из первого тира кто-нибудь придет или из второго. У них там аллозавры, там аллозавры есть. Ну, сидим, смотрим внимательно. Наблюдаем еще за кем-нибудь. Не, этот дьяблик уже все, если он даже и умрет, он уже... Внутри Алик завалил. Я считаю, так, если умер, ну, никого не убив. Вот это да, это уже плохо. А если хотя бы одного убил, то это нормально, если тебя тоже убили. Смерть на смерть, как говорится. И ты лишил жизни, и тебя лишил жизни. Вот если это в сухую, это вдул, вот это жестко. И чисто вырос и умер просто. Вот это плохо уже. Вот так у нас дьяблик боевой, нормальный. Молодец, красава. Трайк спасся бегством, дьяблик наказал алозавров. Нормально. Ну, на трайк там уже, ну, это перебор, это 3 гига на одного трайка. Это уже прям борщ жирный, причем. Пришлось утекать, пока они не сожрали. Ну, эти дьяблики, они все далеко. Эти вон, ну, на горе трайков, это по-любому. Или мутные, или на горе трайков. Эти, наверное, на этом, на яму смерти где-нибудь, ну, или на пляжу где-нибудь там лазят. Либо на ленивой реке, может.
Вроде быстро это передвигается. Может, и на линии в реке, хер знает. Но к ним идти нет смысла никакого. Сейчас уже видео надо заканчивать, надо скоро, уже почти час прошел. Бой был у нас, был. Наказали наглых аллазаров, наказали. Блин, только бы не зазнаться. Шутка. Так, вроде все чисто. Ну, есть мы мясо не можем, соответственно. Надо сейчас на выход. Давай, сколько у нас? Минут 50 уже почти идет, наверное. 50 минут где-то. Ну а что, давайте на этом и завершим. К этим нам все равно нет смысла идти. Они очень далеко. Это пока идем, и час пройдет, это и больше. Да и они там отдельно вообще как-то живут. Ну да, давайте на этом и завершим. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик обязательно. Я с вами прощаюсь. Всем до встречи. Всем пока, как обычно. Всем новых видео. Всем покедоль.